Пока туда не ставь. Ты что, туда на пол просто? Да, сейчас будем рыбу туда загружать. Это пока разгорается еще. О, прикольно здесь, даже вообще, смотри. Я маленько постриг по полу. Даже ветки прожигают. О, хорошо, дождь сейчас смочит ветки. Сейчас кончится. Самая офигенная рыба, конечно, для копчения. Хороша. Сейчас еще решили дом истопить, чтобы после баньки было прямо вообще вот так вот круто, все классно. Так, зачем же мне взяться-то? Дрова. Дрова в баню, а я еще воду накачиваю. О, она уже через верх. Все, можно пару тазиков еще набрать. И все, сегодня в баньку пойдем. В баньку пойдем сегодня, хорошо. Попаримся. Это лесенка с бассейна. Сейчас я уберу отсюда. Так, бассейн мы поставили, все. Будет он так у нас зимовать. Здесь будет лесенка стоять. А я пошел пока заготавливать дрова для дома и для бани, и для шашлыков. Для копчения еще. Ох, дедушка нам дров прикупил в том году. Вот еще на пару лет, наверное, ну может на год хватит. Потом надо будет покупать. Покупали, помню, 5000 стоит дрова вот эти все. Здесь 2 куба березы, 1 куб осины. Сперва, наверное, дом затоплю, да? Чтобы в доме было тепло, дом затоплю. Потом баньку. О, бересты. Все. Вот здесь еще дрова-то были маленько. Ладно, это мало. Так, ну чё, старушка, сейчас мы тебя раскочегарим. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Пока там разгорается, пойду в баньку. Тоже надо начинать затапливать. Время уже много, поэтому надо немножко поторапливаться. Давай, банька. Сильно не дыми. Печка что-то дымит на холодную, конечно.
Но так в целом все хорошо. Когда разогреется, то прямо хорошечно. Все хорошо греет. Что-то мамулька там меня зовет. Ох, сейчас. Кто-то меня звал. О! Вот эту пленку-то что, папа, ты вытащить, она же прибитая. Как ее туда? Ее просто сворачивайте, пока суал ложите, да и все. Пока. Ты ее потом уберешь? Потом, мы ее потом убирать будем. Вот, свернули и края, оп-оп, например. Ага. Пока так. А может, я потом придумаю, если чем-нибудь накрою, она, может быть, и замывать здесь будет. Лопнет, наверное, под сильным. Нет, я если чем-нибудь накрою. Ну, не знаю. Ну, ты, пап, что-то я с ней не могу справиться. Да хоть как ложи, вот. Хоть как заверни, и все. Она лишь немножко не так. Не... И все, и просто вот, края положите. Там-то ладно, а здесь-то вот надо завернуть. Грязная. Что, убирать будешь, да? Огурцы-то. Ага. Что, сейчас я принесу пулю? Нет. Огурцы собирать, да. А убирать тоже будешь? Да, конечно. А что, зачем? Ну-ну-ну. Как скажешь. Да нет. Там кирпичом припри. Кирпичик положи там, чтоб не развернуло. У меня здесь тоже... Ну, да. Вы подумаете. Да-да, мы подумаем, что сделать тут. Лучше, конечно, Юрочку убрать ее на землю. Она здесь попадет у нас. Если накроете досками, то даже льется. Что льется? А, ну, у меня еще ничего не льется. Ладно. Льется. Ладно, пошел баню топить. Давай. Ну, конечно. А вот это, мам, а? Там ты малину постригла, да? Еще не доделала. Видишь, папа? Потом туда, брось туда палку, ладно, туда. Ох, разгорелось. Ох, как разгорелось. Хорошо. Это хорошо. Все, в топку. Загружаем. Сейчас, говорю, маленько подымит на холодную, ну ладно. Ой, уже полная, да? Уже полнёшненько. Все, пускай разбирается. А мы сходим в дом, посмотрим, как там у нас обстоят дела. Как там печка, наверное, тоже надо подкинуть. Здесь пускай разгорается пока. Рыбу же еще надо. О, у меня ведро рыбы. Она уже соленая. Уже. Она как бы даже, знаете, как пересоленая. Ее надо вымачивать. Ну вот я и чем и занимаюсь. О, хорошо, тоже все пахтит. Отлично. Сильно не надо топить. Так, наверное. Просто на разочек. Печка хорошая, топится хорошо. Наверное, раз подкину вообще и все. Вот так вот. Ой, уже затопил. Так, где-то мне тут пакет надо под огурцы. Затопил, все. Супер-пупер. Ничего, пакет есть. Посмотри, вот в этом вон шкаф. Вон он там есть, пятерочный. А вот здесь открой тоже пятерочный. Вот тут? Да. А может, это он на печке? Видишь, есть, нету? Это есть. Это мелкое, нет, другой был. Нет, мне надо вот такой еще. Я в него, это папа сложит в него, знаешь, что? На. Вот я говорю, на печку. Нет, это прищепки. Это-то маленький. Это прищепки в него. Ну. Там мы их все убрали. Папа говорит, все-таки надо пленку было сейчас вытащить всю и это и свернуть. Она вся сырая. Вот эта вся вода, она все лопнет. Да. Она изломается. Так что, не, если не сейчас, то потом сними ее. Нет, снимать-то, ну. Вообще сними, на зиму убери. Мы ее опустили на землю. Она грязная, сырая. Он говорит, я весь вывозился, из-за чего надо было просто ее отстегнуть и на это и свернуть на бетонке. Я говорю, так, не знаю. Что, сворачиваешься? А чем там она у тебя была, не гвоздями сделанная?
Шуруповер там переделанный. А, короче. Там, не, давайте потом, да, потом. Там. Я говорю, я Юра сам уберу. Давайте, давайте, сам уберу, но эти надо убирать. Парники, клеенку. Так, ну все, наверное, можно уже маленечко под дувалу тоже прикрыть, чтобы тепло у нас не улетало. Ну все, идем разводить мангал. Сейчас будем коптить рыбку скумбрию. Сейчас, пока у нас разгорается, пойдем в коптильню рыбу раскладывать. Все, пускай тихонечко разгорается. Ветер, конечно, погода такая плохая. То есть будет дуть. Не очень мне нравится, когда раздувает огонь. Так, ну все. Где у меня мамулька-то? О, вы что мокнете-то? Давай под крышу. Сильно? Огурцы собирает. Огурцы собирает. Что, еще пакет? Ну, кабаны. Ну, это последние в этом году. Ну, полила. Мамуля, не мокни. Пока туда не ставь. Да, сейчас будем рыбу туда загружать. Это пока разгорается еще. О, прикольно здесь. Даже вообще, смотри. Я маленько постриг по полу. Даже ветки прожигает. Но... О, хорошо, дождь сейчас смочит. Сейчас кончится. Я сейчас обычно смачиваю, когда вот жарю, обычно сверху смачиваю. Да, да. Там, видишь, ветки-то подожгло, да? Они, нет, это отмирают. Она их здесь железом перебивает, но они нагреваются, но она там не загорает, нет. Они, вымирают. О, сколько старых, смотри. Ну, вот тут забирать-то, говорю. Здесь как корзина плетеная. Вот надо все стричь, вот это все. Да, вот это что висит. Вон ножницы, видишь, лежат, это я ими. Вот здесь, видишь, на полу выстриг, видишь, как все? Да, да. Здесь на полу выстриг. Ну, красиво. Его, да, когда, да, постригаешь, он прямо вообще все идеально, классно, да, все супер. Да, да. Так, ну что, ну сейчас разгорается. Пока разгорается, ладно еще, сейчас будем скумбрию раскладывать. А, надо замочить. Надо замочить ольху. Пойду пока ольху замочу. А все, где ты замочишь? Тут? Ну, в чашку и водой заливаю. Вот такая у нас щепа для копчения. Сварожич. Вот такая фирма. У нас три рыбки. Наверное, столько хватит. Даже еще останется. Еще на разок потом покоптить. Так, и водичкой. Ну, я чисто ее заливаю. О, как от печки тепло. Хорошо. О. Все. Стоит, пока ольха замачивается. Да, ты не только усы, смотри. А что ты режешь? Я прямо, вот видишь, что здесь такая вот, фиг пройдешь. Прям берешь туда и фигачишь. Ну там можно за ветки только там брать, чтобы листья не летели вот так вот. А, да, ну я вот и поэтому, что листья летят, убираю только. Нифига она провисла, она у вас не оторвется. Ну вообще жестоко вы как-то это. Она высоко была, провисла уже, да? Нет, это она опухла. Вон веревка-то где? Вон она где. Нифига себе, это проволока у тебя тут, да? Там на проволоке. Там труба идет с горячей водой. Ладно, пойду я. А, ну давай. Я пока постригу. Пока у меня тут разгорается костер, я пока виноград постригу.
Так, там у нас ольха еще есть. Но я, наверное, не буду убирать старую. Сейчас новую туда добавлю. Так. И вкуснятина. Как пахнет. С утра замачивалась. Сок дождала. Все. И наша скумбрия. Самая офигенная рыба, конечно, для копчения. Хороша. Так, ну рыба быстро готовится, наверное. Можно, наверное, как запарит. Полчасика дать. И она, думаю, будет готова. Опа! Все. Первая пошла. Потом будет еще у нас курочка, бедра. Че, огурцы сейчас? Там, знаешь что? Там петелька. Там петелька. Снимают. А, ну можно так. Да, да, да. А можно обрезать и. Видишь, я просто так вот. Ну да пусть. Можно обрезать ствол и петельку убирать. Ну я так и делаю. А, ну ладно. Только корень-то надо, чтобы остался. Вернее, тоже достать на корень. Ну так я понял, я имею в виду. Вот идет. Ты хоть где ее обрезал? Да. Ножницами. Тоже здесь ножницами, да? Нет, это. Вот, ножницами. Обрезал? Да, не, и петлю снял. Ну, а я так и делаю. А ты как, как ты обрезаешь-то? Как обрезаешь? А потом корень достаешь. Я корень достал вперед, да? И этот, отломил этот корень. Ну понял, ее снял, ну, понял. О, красота. Вот, это что, столько сушняка было? Да. Да? Его, вы, наверное, тут ни разу не выбирали. Не, ни разу ничего его не делал. И вот это, пожалуйста, все это поросли, в следующем году она будет вся с ягодами. Вот, иди сюда. Вон, и с той стороны. Давай посадим. Вот это, она же тут все равно как бы не туда и не сюда. Вот вдоль сеточки на это место, и она будет расти. Только с той там, стороны. Нет, пока не надо. Надо, наверное, с этой садить, там все-таки земля. Там картошка. Да. Пусть пока так. Ну. Она пускай пока сидит. Ну все, отлично, хорошо. Но культурно, красиво. Такой квадратик, да. Казалось, столько этого малины, а она вон какая стала. Потому что там была эта сухая. Ага. Так, ну ладно, я пошел за мангалом, смотрю, да. Виноград стригу тихонько. О, помощники. Что бы я делал без вас? Куда уже на дом полез. Ох, какой. Вот красивый виноград, но за ним ухода это просто кошмар. Вот такими усами, видите, цепляется везде. И лезет, куда ему надо. За этим надо следить. Еще может на крышу залезть туда. Сейчас вроде пока нету. Все, вот. Уже маленько, хоть пройти можно. О, ну молодцы. Я пока там плюхаюсь с этим. С мангалом там, баню топлю. Вы уже все, дом уже, наверное, сцепился. Уже убрали. Все, что это так и пойдет под снег, ничего ему не будет. Ага. Вот это. Ну, лишь бы не согнет. Так и пойдет. А как его? Куда согнет? Здесь мы не ходим, как бы. Здесь они просто рыхлым снегом уйдут под снег, да и все. Хорошо придумал вот эту штуку. А пленку снимут. А пленку снимем. Но неплохая такая получилась конструкция. Да. Ну молодцы.
все, порядок. Завтра еще перед отъездом домой уже салаты эти соберем последние. Я вам тебе все-таки, наверное, это обрежу не сегодня, так завтра. Все. Надо все обрезать. Кого? Цветы? Да, их надо обрезать. В смысле, вообще вырезать? Да, они весной все вылезут, как огурчики. А, да? Конечно, ты что, я их сюда, это лилейники, я их сюда обрезала. А, ну я не знаю. Ты что, красиво же? А куда это? Смотри. Весной она сухая, лежит ее. О, опять дождь пошел. Да. Пойдемте. Караул! О, а здесь пахнет копченой рыбкой. Еще минут, наверное, 10 и будет готово.